смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Но! Давай! Эй, эй! Гляди, плотва. Пошел отсюда, выродок! Тебе чего? Хочу с ворожеем поболтать. Так ты опоздал. Сейчас мы с ним болтать будем. Вам пора идти. Уже? Да. Ну, тогда идем. Посмотрим, что за человек насолил приятеля Медрика. Есть там кто? Открывай, не бойся. Кого духи несут? Чего он хочет? Мне нужна помощь. Человек, а волк. Седой, а не старый. Его-то ворожи и ждет, пождет. Ты ждал меня? Кости мне так предсказали. Придут те, что смердят насилием и смертью, но волк их прогонит, белый волк. И пришел. Ворожба не врет. Узнаешь вещицу? Сделанная из елового дерева, пахнет можжевельником. Она должна была кого-то оберегать? Свежая ель козьей кровью окроплена, кадилом можжевеловым окурена для Анны на охрану.
ты его сделал? Ворожей сделал, как предки учили над мертвой водой в свете полной луны. Это хороший амулет. Зря сняла. От чего он ее должен защищать? О-о-о! Злые силы оно окружили, во владение взять хотели. Старая магия, что родится из небытия, течет из черных истоков. Старая магия? А точнее... Об этом болтать не можно. Этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку для охраны. Ничего больше поделать не мог. Анна и ее дочь пропали. Ты знаешь, где они? Нет, нет, нет. Ворожей не знает. Но духи могут знать. Ворожей ворожить будет, духов спросит. Пусть будут духи. Лишь бы понять, где их искать. Искать, искать. Лучше княжны. Княжны никто. Никто не ищет. Что еще за княжна? Княжна, коза, убежала. Перепугалась, наверное. Может, вернемся к делу? Без козы? Без козы не выйдет. Ты поможешь мне, если я ее приведу? Княжна! Княжна! Куда же ты подевалась? Ладно, схожу за ней. Колокольчик, колокольчик любит. Позвонишь ей, она и придет. На минуточку. Только береги земляники и дикой малины. Да я их близко не подпускаю. Это коварное чудище. Наверное, сюда. Еще один след. Хорошо. Хорошо. Еще один след. Хорошо. Ну что, паскуда? Вот ты.
Теперь пошли к ворожею. Понятно, что земляник интереснее, чем ведьмак. Пойдем, отведу тебя к ворожею. Он сохнет от тоски. Ну иди же! Ты куда лезешь? Нету! Нигде нету! Без козы и белый волк не поможет!
княжна, не убегай от ворожея. Там же волки. Козенька, козя милая. Мне тоже очень приятно, но я немного тороплюсь. Анна и Тамара могут быть в опасности. Белый волк помог, ворожей тоже поможет. Кровь! Надо крови живого существа! Хорошо, сейчас вернусь. Подойдет? Живет, а и не умерла. Что, все уже? Все. Духи больше ничего не сказали? Например, куда они ушли и где их искать? Пришел за ворожбой, я ворожбу и даю. Они ушли, дитя осталось. Чье дитя? Анны. Анна была беременна? Была и скинула. И барон ничего не сказал. Может, боялся, может, стыдился, может, не помнил, а может, помнить не хотел. Это Анна тебе рассказала? Она была здесь после того, что произошло? Не было Анны. Это ворожба сказала. Ну, значит, так и есть. Не твоя вера делает ворожбу правдой, а ворожба тебя до правды довести может. Барон как-то был связан с выкидышем у своей жены? Человек он порывистый, горилки не сторонится. А после горилки нрав у него еще круче становится. Он издевался над семьей? Анна была у тебя, ты должен был что-то заметить. Ворожей старый, слепой, но княжна пришла и руку ей полизала. И что же? Мудрый она зверь, только к тем приходит, какие страдают. Что стало с ребенком? Без обряда его закопали. Вот он и проснулся. Блуждает, мести ищет. И Гоша. Белый волк, мудрый волк. Поймает и Гошу, и Гоша поможет, приведет к родным. И Гоши высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды. Они не помогают. Потому как прокляты. А ведьмаки проклятие отводят. Ежели белому волку не повезет, пусть кровь принесет. Кровь всегда родную кровь найдет. Зачем тебе кровь? Кровь, кровь, кровь! Вяжет людей навеки, живых и мертвых. Я понимаю, но что ты хочешь с ней сделать? Иногда брат с братом из-за 100 лет не договорятся. Умирает один, пока с другим в ссоре. Второй тогда кровь его ворожею приносит. И что делает ворожей? Дядов поджидает. Берет кровь, молоко, травы и куриные когти. Мешает, пьет и мертвого с живым примеряет.
этом году дядов не будет, но мы и так справимся. Я слышал, одному ведьмаку удалось расколдовать Игушу, но сам я этого никогда не делал. Знаю, что нужно его закопать под порогом. И имя дать. Аймройн провести. Обряд именноречения? Это эльфский обычай. Человеческий, эльфский, краснолюдский, самый древний. Духом до расы дела нет. Духа умилостивишь, дух тебе поможет. Спросишь, ответит, дорогу покажет. Я не ослышался? Ты упомянул дяды? Это же очень старый обряд, я думал, его забыли везде. Здесь смерть таится всюду. Людишки-то знают, что каждый приставиться может, прежде чем дела завершит. И тогда помочь ему нужно, иначе он покоя не сыщет. Дяды провести нужно. Зажечь сальную свечу, чтобы он дорогу во тьме нашел. Позвать его по имени, утешить его в скорби. Тогда он с миром отойти может. Что бы там ни было, сначала мне надо найти Игошу. В полночь ищи, у могилки пустой. Если ты прав, где находится могила, должен знать барон. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Люди из деревни часто тебя навещают? Ну, конечно. У кого дело есть, тот приходит. А с чем приходят? Если кто хочет с покойником примириться, потому как тот к нему является. Но тогда уже нужно до дядов обождать. Или если у кого злой дух в хозяйстве шарудит. Тогда ворожей его выгонит. А если бы я захотел, ну не знаю, любовный эликсир? Тогда бы я колдуньи отослал. Не ворожей это дело. Мне кое-что нужно для эликсиров. Покажи, что у тебя есть на продажу. Будь здоров. Белый волк. Мне кое-что нужно для эликсира. Будь здоров.
Но... Гади, плотва. Ну что, паскуда? Через велик шли, собаками нас называли, не иначе. Только не я. Я из армии бежал. Домой хочу вернуться. Меня жена ждет. Ну так не дождет. Бойко, давай берем. Повесим сучонка. Отойди. Он теперь только с Костлявой разговаривать будет. Что вам сделал этот человек? Этот? Ничего. В деревню зашел, колечко на хлеб поменять. Только есть у нас нечего, из-за черных. Поля вытоптали, разграбили амбары, сожгли сады. Вот вместо хлеба и получит петлю. Люди, неужели вы меня не слышите?
Я этой войны не хотел. Я бежал, чтобы домой вернуться к жене и ребенку. Возьмите все, что у меня есть. Только жизнь оставьте. Отпустите его. А может, нам ему еще провианту в дорогу дать? Коня сообразить? Черные нам пощады не давали. Так и от нас ее не дождутся. Я пробовал по-хорошему. Теперь попробую силой. Спасибо. Если бы не ты... Если бы не я, погиб бы только один. Ты правда едешь к жене? Да. Прямо перед войной у нас родился ребенок. Девочка. Я ее назвал Беатрис в честь бабушки. Почему? Почему ты мне помог? Потому что не люблю самосуд. Иди давай, и пока не перейдешь Еругу, держись подальше от деревень и больших дорог. Давай, плотва! Не торопись!
Чего? Покажи свои товары. Бывай. Не торопись. Теперь помню. У меня есть вот такой чертеж. Сможешь сделать по нему оружие?
Удачи. Замок молния ударила. Ослин! Где Ослин? Видел его кто-нибудь? В конюшню пошел вроде. Что? Горит. Вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся. Воронка кошалеет. Так пощады не жди. У меня брат в конюшне. Спасите его. Не то живьем сгорит и он, и кони. Попробую. Быстрее! Я знаю, что у твоей жены был выкидыш. Это было до или после того, как ты ее избил до полусмерти. Ты на что намекаешь? Не держи меня за идиота, ты ее много лет колотил. В конце концов, они не выдержали и убежали. Так? Они убежали от тебя, так? Врешь, пидор! Huh?
Надо поговорить. Садись. Ты их бил. Я на Тамару в жизни руки не поднял. А на Анну? Анна — это другое дело. Она всегда знала, как меня достать. Чем тебя так жена доводила? Суп пересаливала? Носки не штопала? Мы 20 лет вместе. Она меня видела и пьяного, и трезвого. Она рядом была, когда я победителем возвращался, и побитого перевязывала. Она одна знает, куда нажать, чтобы было больно. И за это ты ее колотил? За то, что она тебя бронила? Ведьмак, да что ты понимаешь? В общем, может, когда-нибудь я тебе расскажу. Ну, когда-нибудь, не сейчас. После того, что я видел на дворе, сложно поверить, что для Тамары ты был любящим папочкой. Да и не верь. Только она всегда для меня была светом в окошке. Она могла здесь делать, что хотела. Вон, спроси любого. Она верхом ездила, охотилась, иногда отправлялась в разъезды с моими людьми. Это ее присылали ко мне, когда я в бешенство впадал. Только она одна могла меня успокоить. Если у нее была здесь такая безмятежная жизнь, зачем она убежала? Если б я знал, ты был бы не нужен. Ты с самого начала знал, что они сбежали? Знал. А почему мне не сказал? Ты потратил мое время. Узнай ты, что я за собственной семьей уследить не могу. Ты меня размазнёй считал и нихера б не уважал. Рассказывай все, что помнишь, начиная с дня побега. И в этот раз я хочу слышать правду. Я тогда пил третий день. Ну, пришла Анна и сказала, что они уходят. Я умолял ее, чтобы они остались. Но она не слушала. Я пытался ее удержать, а она вырывалась и, ну, упала. А больше ничего не помню. Проснулся утром в обоссанных портках и с шишкой на голове. А их уже и не было. Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? Я... Хер ты что можешь знать? Ничего у меня не осталось. Ничего. Только бутылка. А как же следы борьбы, которые я обнаружил в комнате? Как же дыра в стене? Разлитое вино? Мы сцепились. Она пыталась меня подсвечником по башке отоварить. Ну, угодила сначала в стену, потом в столб. Я отступил, налетел на стол. Ну, разлил вино и поскользнулся. Анна воспользовалась моментом и на лестницу рванула. А все время с этим чертовым подсвечником в руке. Я ее на лестнице поймал. Мы упали, я уж думал, все, схватил ее. Она вывернулась и меня... подсвечником по голове. Шарахнуло. У меня в глазах аж потемнело. Я, может, даже на минуту выключился. Тамара была там же? Она все видела? Ну, разве что из-за двери. Она в комнату-то не входила, точно. А жаль. Тогда, может, иначе все сложилось. Я на нее едва взгляну. И сразу как-то спокойнее становится. Что было потом? Потом?
Потом было еще хуже. Я потом снова проснулся. Солнце заходило, а сколько дней прошло, я не знаю. Я думал, все это гребаный кошмар. Пошел в спальню, а Анну уже не застал. Зато всюду была кровь. Я тогда уже знал. Она потеряла ребенка. У меня ком к горлу подступил. Я подошел к кровати и увидел ее. Она лежала там, маленькая, беззащитная, на окровавленных простынях, мертвая, из-за меня. Из-за тебя или нет, но талисман, который носила Анна, мог быть как-то с этим связан. С выкидышем. Что ты сделал с ребенком? А что мне было делать? Вынес да закопал. Вот так просто? Не думал я тогда о погребении-то. Просто хотел, чтобы все закончилось уже. Я об этом ребенке ж мечтал. Я о Нете говорил. Вот он родится на свет. И все изменится к лучшему. А он умер, прежде чем родился. Мой ребенок умер. Понимаешь, ведьмак? Я сочувствую тебе. Спасибо. Надеюсь, ты найдешь свою Цири. По договору, сперва я должен отыскать Тамару и Анну. И все идет к тому, что в этом нам поможет твоя неродившаяся дочь. Как это? Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения, перерождается в Игошу. Во что, сука? Подробности тебе ни к чему. Нам в этом помогут узы крови, которые связывают Игошу с твоей женой и дочерью. Как? Есть два способа. Предания гласят, что Игошу можно ритуально похоронить под порогом дома. Тогда он превратится в чура. Это такой дух-хранитель, который сможет привести меня к твоей семье. Ага, а что второй способ? Убить Игошу и взять немного крови. В этом случае мне понадобится помощь ворожея. Не убивай моего ребенка, а? Он и без того настрадался. Ты расколдуй его. Пусть он, наконец, упокоится. Я пока не знаю, что делать. Делай, что хочешь. Только избавь мое дитя от страданий. Прежде всего, Игошу нужно найти. Я покажу тебе, где я ее похоронил. И я выкопаю эту самую могилу под порогом. Она и так и эдак пригодится. Если превратить Игошу в чура не получится, будет где похоронить нас обоих. Сначала мне нужно кое с чем разобраться. Только ты поторопись. А я? А мне-то что делать? Проспись. Я что, знаю, кто ты такой? Тебе здесь делать нечего. Разве ж это важно, откуда жратва? Ну, нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк.
Мы люди простые, которые не ищем. Что-то тут не львгарской. Прошу, умоляю!